Dungeon Hunter 5, игра 2D, как Diablo, выбираешь персонаж и проходишь локации. Вот тут. Графика Warcraft 3, но слегка улучшена. Вот, что тут. Я взял этого человека с двумя этими стрелялками. Тут можно менять оружие. Нападаешь в таких сумасшедших персонажей, уничтожаешь. Игра простая, как бы. Тут собираешь оружие, его можно, все оружие, а на броню или другие виды взаимодействия кузнецов прокачивает, то есть там 10% увеличивается броня или какой-то другой спелс. Много проще, чем доту играть. Геймлофт в этом постарались. Геймлофт вообще много игр выпускает. Как от первого лица, так и вот такие аркады. Вот, по карте можно найти, куда тебе нужно идти. Вот это миссия в пустыне. А игра онлайн, это в первую очередь важно, потому что в метро в нее не поиграешь. В отличие от той же новой или какие-то другие стрелялки. Вот. Справа дракон, вы пришли. Останьтесь где рядом, найти их. В общем, интересная игра, инициативная, проникновенная, ей можно довериться. Единственное, чего я не понял, как покупать здесь зелье. Для меня это осталось загадкой. Вот, это опасно. Как реальной жизни. Вот меня убили первый раз, потому что у меня не было. Нету золота, там нету возможности, я бы не пришлось сдаться. Так я бы сдался.